Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» приглашает горожан принять участие в опросе на тему туристической привлекательности Самары. В рамках реализации проекта туристического кода центра города планируют установить сенсорные информационные экраны. Как вы считаете, какую информацию нужно разместить на них? Экскурсионные предложения по Самаре, туристические маршруты для самостоятельных экскурсий, информацию об отелях, точках общественного питания, развлекательных местах, информацию о культурных объектах города, музеях, выставках, памятниках архитектуры, достопримечательностях. Опрос можно пройти в телеграм-канале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников является компенсация за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Рассчитывать на нее могут участковые врачи-терапевты-педиатры, врач общей практики, медсестры, врачи-терапевты и педиатра и врача общей практики. Компенсацию могут получить медработники, работающие в госучреждениях Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. Подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация железнодорожного района напоминает, что в век технологий к привычным правилам для детей, которые все знали с детства, добавляются новые правила финансовой грамотности и кибербезопасности, и разместила карточки, которые содержат необходимую информацию. Детям рекомендуют установить на гаджеты антивирус, никому не говорить номера банковских карт и коды из СМС, не помогать чужим людям обналичивать деньги через твою карту, не переходить по незнакомым ссылкам.